Итак, на доступной горке для... Ой, гонки по бездорожью. А, да, всем привет, с вами ТДС. Вражаем вроде GTA 5. Ох ты, тут сколько этих писем. О, от Брэда. Привет, Тревор, это Брэд из тюрьмы. Тревор, надеюсь, ты в порядке. Давно тебе не писал. Охрана говорит, что скоро мне разрешат свидание, если я буду хорошо себя вести. Надеюсь, ты ни во что не влип, ну или решил сдаться властям. В тюрьме неплохо, на самом деле тебе здесь понравится. Я скучаю по Майку, но сейчас ему уже хорошо. Спасибо, что спросил, но бойфренда у меня нет. В тюрьме такого не бывает, разве что ты сам этого захочешь. Так, что тут еще? От Рона. Привет, Тревор, я только что познакомился с ребятами из клана, из культа альтруистов. У них лагерь тут в горах, обещают заплатить, если ты привезешь к ним страждущих, которых надо спасти. Похоже на легкий заработок. Они говорят, что просто хотят пригласить кого-нибудь на ужин, Рон. Так, это фигня, все, это фигня, все. Примите участие в одних из самых захватывающих гонок по бездорожью в стране. Приезжайте на своем транспортном средстве и опробуйте его на труднопроходимой местности. Боритесь за крупные денежные призы. Не упустите эту возможность. Southern San Andreas Super Autos. Ладно, все прочитал. А так, нам надо идти на миссию к этому чену. О! СМС Катрона. Босс, тут за углом какие-то парни устраивают гонки, тебе стоит этим заняться, ну, то есть, если хочешь. Это будет весело или не очень. За хорошие результаты тебе дадут машину. Ну, конечно, они у тебя будут хорошие. Пожалуйста, не бей меня. А, стоп. Тут вроде есть миссия с вопросительным знаком. Да, лучше я вначале ее выполню, так как я всегда теперь выполняю, ну, миссии, которые с вопросительными знаками в первую очередь. Так, садимся в машину. И едем. Так. Сюда. Так, все хорошо. Так, она далеко? Нет, не очень далеко. Интересно, что это за миссия, потому что не помню, что это за миссия. Совсем не помню. О, хорошо. Не врезался ни в кого. Надо будет спецспособность использовать почаще, а то что-то я в неприятности все время где-нибудь вляпываюсь, а спецспособность никогда не использую. Это как-то странно. Я просто, наверное, не привык это делать. Надо будет это ее использовать. А, это как Шен модель, как там ее зовут, эту тетку. There you are, handsome. New mod. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch. On the run, desperate, alone. About to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Так, надо искать каких-то придурков, похоже. Ага. Сваливать надо отсюда. Так, вот. Новый контакт. Теперь вам доступно здание по поиску ваших обвиняемых, освобожденных по залог. Тревор будет получать бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не успел это прочитать. Так, у нас появилась новая миссия дома у Тревора. Прикольно, ее не было. Хорошо, пройду ее, прежде чем связаться с этим с Ченом. Ай-яй-яй-яй. Окей. Так, гонки по бездорожью мне это особо не интересует, вся эта хрень. Я тут буду проходить именно задания, а такие всякие дополнительные штуки
особо не буду на них внимания обращать. Может, разочек там как-нибудь вообще здесь делать будет нечего. Так, это Рон там? Да, это Рон. Чё там такое у тебя? What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Now smile. All right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Да уж, как они посмели просто. You're gonna make a stop at Ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Так, поехали в Амунацию, надо закупиться, походу, оружиями всякими. Да, я помню, это видите, там надо самолет вроде гнать. How you feel about brand synergy, huh? TP Industries, Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That sniper on your wall looks like it'll do the job. А тут за всех что ли надо все это покупать? Ну ладно, денег вроде много, я куплю, попробую все. Ну хотя, может, мне вначале стоит именно купить то, что мне надо купить, хотя она бесплатная. Прицел улучшенный, прицел. Глушитель. Ха-ха, Клетусу надо перестать оружие продавать. Так, все, покупаю. Потому что это, мне кажется, самый хороший трат денег это на оружие. Так, это все пролистаю. Тут я забыл это вроде бы сделать. Да, чтобы звездочек этих всех не было. Ой. Так, да. Ух ты. Угу. Даже ничего нету больше на него. Так, это все просмотрел. Это. Так, эту я уже купил. Все к ней купил. О, бесплатно это еще штука. О, у меня закончились деньги. Ну ладно. Глушитель надо купить для штурмового ПП. Это все есть. Молоток. Окей. Нет денег на особый карабин. Винтажный пистолет. $694 у меня осталось вообще. Короче, надо будет потом... Что я сделал? Нахрена я это сделал? Вообще ни на что денег нет. Вообще. Пистолет.
эту хрень куплю. Надо будет все там потом покупать, когда будет денег. Побольше снова. Нож. Ну, возьму нож. Ну, все, у меня вообще, походу, нет денег вообще, просто по нулям все. И поехали к Рону. Так. Рон, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. Where are you, man? I'm waiting at the water tower. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Come up! Так, поднялся. Еще выше. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. The time is right. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Now, relax. Так, где ATV он? ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Да-да-да. Вижу, вижу. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Well, get a move on! I'm moving! Just keep me covered, okay? Так. Давай, кто тут будет выходить? О! They got a guard at the bottom of those steps. Under... Good kill, Trevor. Блин, с мышкой так удобнее, чем на этом, на контроллере. There's one, and there's the other. You got him! Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Okay, okay. Реально, так удобно, в отличие от джойстика, вообще. Так, давай, останавливайся и выходи. Давай, вылезай. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. He's out of the van now. Отлично. You should have seen the look on his face. There's a guy coming out of the control tower. Take him out. Иди. О. And they all came tumbling down. Oh no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. Clean shot, Trev. Another guy is coming out of the tower. Must be looking for the one you shot. Ooh, down he goes. Can you get your sights back on me? Come on, man. Come on, man. Cover me. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. Ага, вот ты где, да? Shit! He's coming out before our door! There's another guy! Coming out of the building! Вот, все. Фух. То я промазал, это было очень неприятно. I'm feeling it! Just keep a lookout! And watch out for the tank! It'll go up if you hit it! I think someone's coming! Вертолетик. Все, отлично.
классно. О, по кайфу. Где вы? Вот ты, да? Кусок говна. Где ты? Я ж тебя вижу где-то. Вот ты где. I hope there's enough of these guns to go around. Вылезай! We lost one, dog. Да блин. Fuck this! I think I saw a man fade his bowels. Happens to the best of us. Ой. Start that plane. I'm afraid I gotta confiscate this weaponry. Фуф, надо отрегениться, а то я сейчас сдохну. Это мне совсем не нравится. Такой расклад событий. Shouldn't we go find the guys who came to the trailer? Yeah, we should secure this fucking hardware. Get to safety. Все, отлично. Go в самолет. Planes load up with guns, Trevor! Just like you said! Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway! Vamos! Go! Так, офигенно все. Let's go, Ronald! Где вы все? Вон ты, да? I guess it's time to use those explosives! А, вот так вот, да? Давайте так сделаем. Так вот. Да хрен ли вас так много? Да что вы все живучие? Все. Вот так вот залезать, да? Блин. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Shit, Trevor, you can't get him off. That guy is clinging on. Ага, вот что. Понятно все. Отлично, я более-менее приспособился к управлению самолета. If you'd read our latest shareholder report, Ron, you'd know TP Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, cut overheads, and maximize profit, all that. I wouldn't expect anything less. For one thing, we won't be paying a bunch of idiots to stand around in cowhide sniffing engine fumes. It's important work you're doing out here. God knows, we need... О, отлично, я пролетел под мостом. I am blessed to be a part of it. There's a flare in the water. I'm guessing it's them. Affirmative. Make the drop. Так. И что делать? Military base coming up. Fly low. We don't want to show on their radar. Окей. Б.
буду лететь низко. Сам летит высоко, и мне говорят лететь низко. Как? На какую кнопку? Ага. Отлично. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. А теперь, значит, после связаться с ним. Быстрее до него доехать до взлетной полосы. Enterprises are raising guidance, and the Lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. They're getting everything that's coming to them. A vast criminal conspiracy like the Lost MC shouldn't let a goon like Johnny K represent them. He was a man past his prime. I heard he used to be serious. A few hard stamps to the head knocked the seriousness right out of him. Sure did. But before that, I mean, back in Alderney. Man was weak for Crystal, weak for Ashley, man was weak. Shouldn't have spoken to me like that. He shouldn't have. He was a fool. And you corrected him. He'll not do that again. Stay low over those wetlands, boss. А почему? So the guns are going to Mexico? Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. Так, загнать самолет в ангар, это уже будет потруднее, потому что я его даже не вижу. А, ну теперь вроде вижу. Отлично. Идеально просто я прошел эту миссию, блин. Только я не могу его туда... Вот, все, отлично. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. Don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Или сейчас сразу. Блин, мне же надо этот ангар покупать, а я все деньги всрал. Классно. Да, можно покупать имущество всякое. Только некоторые из них только за определенных персонажей. И так далее. Купив этот ангар, вы сможете превратить контрабанду для Оскара. Хотя это вроде не обязательно, но просто там миссии какие-то вроде дополнительные будут. Актер нервный Рон. Все равно серебро, да? А, вы хотели, чтобы я пролетел под всеми шестью мостами, еще и быстрее что-то сделал? Какая-то крылатая смерть. Убить кого-то, наверное, надо было. Самолетом. Привет. Так. Привет, Тревор. Мне сообщили, что этот негодяй прячется на дне карьеры. Говорят,
что это скользкий тип, и когда он увидит тебя, он наверняка побежит. Фото. Вот такой вот чел, да? Последнее известное местонахождение. А я знаю, что ли, где это? Нет. Не знаю. Да, у меня нет денег, я так и знал. О. Привет, Тревор. Оплата Оскара за оружие. За оружие. Была переведена. Аэродром пропащих пустует, ты их всех перебил. Думаю, теперь это собственность Тревор Филлипс Энтерпрайз. Загляни туда, проверь, что и как. Хорошо. Но в другой раз, потому что сейчас время закончилось, поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.